Итак, привет, дорогие подписчики. А проще трям. Начинаем, точнее продолжаем строительство. Мы продолжим строительство, точнее закончим его. Это вы помните, мы были, по-моему, писание работ. Да. По-моему, это вот эту африканскую. Кто-то там чего там. Первый станк выключить забрел Дэниел Кастилсон. Механик комбайнеров. Ничего себе. Какие познавательные факты. Все эти палки под деревья? Да я знаю, эти палки у меня уже были. Эти палки. Да, такая песочница. Да. Занимательная, наверное. И с, как говорится, с некоторыми фактами, да. Даже из этих всячины. Пусть-ка представляем шканскому фестивалю. Это костер, а я думал, мы колодец будем создавать. Отличная работа, типа. Так, а что я хотел? А что мне надо, точнее? Забор тут понятно. А, ветки. Ветки, да. Слушайте, наверное, давайте вот все-таки порубим это. Да, пока тут собираешь эти ветки. Сколько у нас? 18? Нужно 28. А, еще, кстати, 44 вот таких нужно будет. Вот так что. Правда, что я деревья рублю, а ветки не выпадают. Ну, по идее, должно быть, да, вот такие палочки подать. Да, не как раз он есть в этих. Есть. Деревья, вон, видите, вот они. Вон, чем тебе мне палочки, да, вот эти. А вот с мелкими гаденышами я так чувствую, это за пара счета. 24. Увидел, что я там не собрал это. Ну, как бы оно не то, что влияет, но на всякий случай. О, отлично, теперь. Там же забор еще нужно, да, чинить, насколько я помню. Что давайте, наверное. Да, возьмем побольше этого дела. Так, вот у меня еще веточки.
Да ладно. Да вы издеваетесь. Постройте. Ну там 17, да, написано же. А, это объектов надо 17, да? Или это... Да нет, это вот этих надо 17. О, 4. О. Даже меньше. Так. С этими веревочками, конечно. Чудили разработчики. То простейшая конструкция, да, и служит вообще недолгом. И ремонт при... Да, если что-то подремонтировать, да? Да, все же не так сложно и дорого пошел, нарубил. Веточки обтесал, точнее, ну, деревья срубил, дерево, да, обтесал. Веточки, либо веточки, да, нашел. То есть можно просто кликать мышкой, да, и оно туда закинет. Ну да, так и такое. Ну, я так обычно пытался этой мышкой двигать. Думал, это так надо. Просто можно кликать. Нужна высокая сухая трава. Увидите указанное место. А? Здесь же нет. Ничего так просто не надо. Да, да, соберите траву. Вы что, дрочило он за них, да? Он наяривает, слушайте, да? Видите, наяривает. О, да, детка, о, да. О, блин, в траве спрятался и сидит она. Чего разработчики? Ну, я говорю, разработчики вообще когда-нибудь вы смотрите, какие вы движения делаете для... Африканского племени какого-то одного. Ну, я не силен, конечно, в этом, поэтому... Так вот. По звукам барабанов. Понял, что это где-то оттуда. То есть... Вот континентов, так. Сейчас. 35, да? Ну, хватит. Да ладно, странно. А вообще я почему должен, ну, нет такой системы, как траву, надо же такими трамбовками, да, сначала ее подготовить, трамбовать. Да? Действительно плохой, а мелких
Забава по всему. По всей, точнее, по всему, по всей Африке. Бегать, блин. Эти веточки. Издевательство, без слова. Да, вот. Ходишь своими блюдо такие разбрасываешь. Хищники подойдет. Вы знаете, как эти собаки, коты, да, помечаем свою территорию. Да, надо было назвать, она не строитель. Нет, игрушку. Так, а что теперь? Этот, наверное, нет? Нет. Черепицу будем делать. Надо навык прокачать. Его. И самое интересное то, что за навык такой. Так, рано. Так, о, теперь бегать нам нужно будет. Ну, вы представляете, да, то, что разработчики тут удумали. Да, зря я построил забор, да? Детки.
Все-таки, что это за навык такой? Эксперт по палубке. Черепица, минеральные ваты. Тут какой-то Вася. Вот, мася бамбук. Нет, не бамбук, вот дерево, наверное. Это мася. 2. Вам нужен навык, чтобы это поднять. Попробуйте вручную. Вы слышали? Я даже оттуда попал как-то. Слышали, да? Попал. Так что мы уже черепичку с вами уже. Можно сказать, сделали. Я не удивлюсь, если нужно будет камни вот этим. Поэтому мы их соберем на всякий случай. Куда еще с черепицей бегать? О, туда. Я вообще сереваю. Нужно увеличить либо опустить, да? Я уже не матерюсь, я уже кувалды просто машу, блин. И киркой. Скорее всего, солома пойдет. Подсказывает моя чутье. Там солома будет. Ни хрена там завязка такая из этих веревок. И благо я набрал этих деревяшек. Шевелю мышкой, а надо идет. Нажал, держишь, и пока надо по направлению, ее надо тоже скоростью. И вам нужно, ну да, трава.
и предполагал, да, что туда будет. Слушайте, а вообще как-то мало места, да? А вот это зачем? Это типа для красоты? Я знаю, что собрать траву надо. Да, только трава сейчас здесь закончится, и нужно будет опять же переться. Туда. Иди сюда. Я знаю, что я молодец. А, это костерчик типа будет. Плохой материал. Дрова. Дровочки, а вы когда-нибудь дрова видели, как выглядят? Если это просто вот это дерево, конечно. Да нет, здесь нечего делать, давайте дальше пойдем. Ну а что делать еще? Средний дом. Средний дом. Что еще мы тут не строили? Хижина охотника. О, давайте, да. Хижина охотника. Можно там продать еще домик, да, если нам не будет хватать очков. Для чего там? К сожалению, здесь вы можете выселить только на себя. Рядом нет магазина цивилизации. Вам удалось привезти инструменты на пикапе, но все остальное для постройки дома нужно достать самому. Держитесь, бегите, бегите, точите. Спасибо, что предупредили о медведях. Ну как. Само-то, да, так вот. А, пила, пил, блин, жаль, блин, жаль, что не дружба, слушать. Ну, так я же поднимаю. Ой, кругляшки. Прикольно. Слушайте, мы зарубим сейчас, поработаем. Так, и это... А, это их нужно обчесать им.
Вы поняли. Зачем, кстати, я вот это вот ставлю? Я не понял. Ну, вот это мне больше не понравилось, да. Это я, наверное, зря сделал, да? Ну, распилил это таком. Ладно. Пусть они пока здесь поваляются. Можем ли мы распилить деревья, а? А есть какая-нибудь разметка? Нету, по-моему, да? А как я должен определять, насколько она подходит или не подходит? Она... А, понятно. Сейчас мы целое это бревно вот так вот, потом его просто напилим на такие вот. Брусочком. Пусть бензопилу. Ну это я понял, бензопилу. А, это уже следствие коробки, да? Хорошо. Пусть пока валяется здесь. О, пригодится у нас. Я бы, да, знаете что, давайте мы, наверное, походим подальше. Ну, не хотелось бы, хотелось бы рядом с домом как-то. А, под деревья, чтобы какие-то росли. Даже обрезал. А кто мне, интересно, обрезает, а? Нет, ладно. Я не понял, это что за барабашка тут мне обрезал? Не, я, конечно, в хозяйстве все пригодится, но... Интересно, кто это сделал? Ой-ой-ой, пикапу-то не надо, за что ты так пикап не любишь? Да. Смотрите. Короткая. Ну, куда-то она подошла, видишь? Подходит же ведь, а? Подходит. Давайте мы его вот так вот возьмем. Да, подойдет, нет. Ты кто? О, кабан! Кабан!
Кабан. Слушайте, ну, хорошо, что еще не нападает, а то... Это короткий, наверное, будет. Ой, нет, стоп. Да, это короткий. Это короткий. Это я понимаю, в руки, да, взял как. Вот почему нельзя было в паптике так делать? Что у нас тут? Быстро этих. Освежевание. Ну, такое себе. Оно и так быстро подвигал мышкой. Эти выборочки. Вот так вот. Ну, это, конечно, быстрее, согласен. Соответственно, у нас пойдут сейчас сюда, короче, куда-нибудь запачим. Пригодятся. Так кто там пилит все это? О, циркуль. Блин, а вот интересно, вот это что такое? Вот, я говорю, доски. Что-то... Бля, больше какой-то. То есть придется рубить, да, эти... Пикапка все-таки уронил. Так, давайте сюда большую длинную, сюда такую, сюда такую. Сколько нам осталось? Еще две, да? Прокачали.
Автоматическое замерение бревна. То есть теперь нам будет показываться, как надо это, да? Где нужно спиливать, да, чтобы оно не было коротким. Да ничего страшного, мне это все пригодится в хозяйстве. Подготовить таким способом, срубить дерево, окоротить его специальным инструментом, а затем отпилить без заколой до нужной длины тесной. Если бы я знал, какой длины надо. Сами, да, отпилят, если что. А я не совсем понимаю. У меня же нету рулетки, чтобы... Как я должен это измерить? На глаз, что ли? Или как? Понятно. Это типа навык, чтобы прокачать, да? Лазерная рулетка. О, вот это вот. Вот это вот. Ты чё, кот? Кот с кабаном? Или подожди, или лиса это? А остальные бревна подготовки. Чего? Ну да, это мы будем из этих делать эти, да? А, это лиса, но было... Блин, я думаю, что похоже на этого. Это указка. А, тройка. Так, опа. Ну да, супер обработка. Лазерная указка. Как это работает, лазерная указка? Нет, это я... Блин, я ошибся. Прошу прощения. Я... Это оказывается... Да, это прикрыт вот этот прибор. Сейчас соберем это. Ну, два так два. Пополам его разрежем, да? Блин, короткая. Это тоже короткая. Ну, значит, пойдет. Отлично. Да. Так, что у нас дальше? Да. Навык вы можете ошибиться примерно 30% при расчете длины деревянной ленты, потому что вы можете. Да я как бы и так
особо не парюсь. Да? Пользуйся бензопилы. Ну, это я понял. А. Я как-то особо не парюсь. Слушайте, он и так обрезает, да, мне он? Что? Вот это все заберем. Он... Да, он нам по размерам все это поставит. Короткая, да? Коротенькая, ладно. Короткая. А, то есть лучше... Лучше, наверное, брать... Да, это коротенькая. Нифига себе, слушайте, а она уже сразу же получается такая, оп, вы видели, да, она уже облезлая выходит. Эх, олень, догоню я тебя, олень, северный олень. Блин, вот где указка? Я так не понимаю это. Ну давайте еще скилл прокачаем. Чё там? Эксперт распил и бревен. Я вообще какой-то мега супер, знаете, уже пилой обтесываю уже сразу. Да ладно. Короткая. А, эти самые длинные нужно, да? Неплохо. Вот это мне домик вот этот нравится больше. А, тут сразу по два бревна, да? Эх, одни пеньки, блин, рядом с домом. Говорю, ходить не все пригодится. О, блин, слушайте, я такой сейчас домик построю. Ух, закачает. Сначала давайте нарежем, а потом. Мы тут все соберем. И
Эй, кабан! Так, большое... длинное, точнее, да? А, тут говорили, медведи можно просто опасаться, да? Уже не осталось ни одного дерева. Ладненько, давайте сейчас быстренько нарублю. Ну вот, сегодня чуть-чуть подлиннее получилось. Тут подтер немножко. Честер не освободил немножко. Теперь местечком, да, поэтому сегодня немножко у нас подлиннее будет. Ролик. Но я бы, да, длинный был сюда. Ладно. Парочку вот так вот возьмем. Для того, чтобы их обрезали. Где-то вот здесь вот. Да. Да. Так. Да. Ну, как раз сейчас. Ох, сколько у меня тут запчастей-то, а? Ротенечка будет. Да, вот слушайте, игра не признает такого нету, да, хардкор. Иди, все тебе обрежут, все тебе сделают. Надо там подрежет, там подрежет. Тут коротенькая, естественно, будет. Это самый раз.
А то же самое раз, это сюда пойдет. Да. Это сюда не пойдет, да? Это пойдет сюда. Так, два... А, хотя вот это... Да, пойдет. Да. Ну, с другой стороны, да, и не остановиться. Ты что тут, блин, бегаешь? Ох, ёпать, колотит. Вы чё там летаете, деревья, блин? Большую поставил, да? А, ну та короткая была, он его автоматически подгоняет. Что-то вот понять не могу. А, вот она, дверь. Угу. А пол это как раз у нас доски будут, которые мы, да, с вами будем потом нарезать. Ну, вот эти вот, да. Тоже довольно-таки неплохо. Ну, давайте посмотрим, что это такое будет. Слушайте, я уже... Блин, по три бревна уже срезаю бензопилой, так что почему-то вообще, блин, проблемы нету никакой. Я чтоб построить этот дом. Я еще тут аэробикой, что ли, должен заниматься? Все, да? Остальных только вот эти и... Я не знаю, слушайте.
А лестница есть где-то здесь? Лестница тут. А, вот она лестница, не уж. Прикиньте, вот рулетка, я что ее налила? Ну что-то я тут тогда мучился-то, да? Слушай, я не знаю, куда лестница делась, я, блин, понятия. А, у меня нет брёвен. Это брёвен. Ну-ка, сейчас попробуем измерить. Хотя вот тоже, да, зачем? Что-то я вот не понял, это... 0,89 метра. А, так пеньки уже нельзя. Вот это, блин, досада. Знаете, ну смысл, да? Но... Ой, нет, вот так вот. Я не знаю смысл, да, вот это вот сидеть, пилить, если игра сама все это за нас делает. И пилит, и обравнивает. Ну, он сейчас выпилит, а? И всё. Мне интересно, где лестница? Куда, блин, подевалась грёбаная лестница? Ну, всё, вот это пол, и уже в следующий раз мы, скорее всего, ну, сейчас проложим немножечко, да? Интересно. Ну да, сейчас мы не понял, правда. Правда, почему-то она не работает. Или типа не обчесанные, что ли, надо? Да они уже сами уже такие обчесанные. Блин, ну это что-то непонятно. Ладно, в общем, в следующий раз мы с вами будем все это делать. Я надеюсь, все нормально будет у нас. Вот. Ну и достроим этот домик лесника. Или я что-то... Нет, что-то я тут... Что-то непонятное. Ну-ка, как тебя это... ППП. Ну... Пользы пилы для стол... Ну, так я же вот с этим... Куда я должен ткнуть это вам? А, кинь на нее. Да вы серьезно? Офигеть. В общем, на этой печальной ноте мы с вами закончим.
Так что да, лайки, на ваше усмотрение, но ставьте лайки, если вы хотите дальше, соответственно, чтобы выходили ролики по игре. Тем больше, тем лучше. Ну и не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся. Все, пока-пока! Блин, Арио, даже не слышу уже! Все, пока!